свое. Первый фермерский фестиваль под таким названием пройдет в Орле. Его делегатами и участниками станут представители АПК региона, малый бизнес, руководители хозяйств. Подобные мероприятия уже проходили в других регионах страны. Для Орла это дебютный фестиваль. Он пройдет 21-22 августа. Пройдет он у нас на площади перед входом в парк имени Горького. Здесь в городе Орле будут представлены около 100 фермерских хозяйств, которые будут в небольших таких домиках представлять свою продукцию. Ну и кроме всего, как я уже отмечал, будет и культурная программа, где люди могут сфотографироваться, попробовать, фотосессию сделать.